Друзья, у нас прокисло молоко, но мы его не выбрасываем и сделаем сейчас оладушки к чаю. Прокисшего молока у нас 300 миллилитров. Сюда, как всегда, я добавляю щепотку соли. Соль беру для вкуса. Добавляю ложку сахара. Десертную ложку сахара. Тоже перемешиваю. Сюда я добавляю пол чайной ложки соды, но погасить надо в моем случае не делаем. Перемешиваем и добавим сейчас муку. Добавляем муку. Сейчас по штуке это грамм 150, но добавляем так, чтобы консистенция была густой сметаны, густой, даже можно сказать сливки, как домашняя сливка. Перемешиваем. В нашем случае получилась масса хорошая, пышная. Можно еще добавить ванилинчик, кто любит. Я ванилин не добавляю, потому что нам нравится сахар влади. Ну все, теперь будем жарить. Вот такая консистенция у нас должна быть наша масса на оладушке. Сковородку разогрели. Жарить ее на растительном масле. Можно жарить на оливковом. Мне на оливковом мне больше нравится, но у меня нет оливкового масла. И берем столовой ложкой. Чуть-чуть подогрелась еще наша сковородочка. Я оладушки всегда жарю на большом огне. Мне больше нравится. Сразу они поджариваются. Отрумянились с одной стороны и выложу и переверну. Самое быстрое к чаю. Вот когда они у меня стали вот такие, я их накрываю еще крышкой. Поднимутся, потом и будут пышные. Сейчас немножко меньше воды. И пора переворачивать. Резала тесто. Дожариваем оладьи на маленьком огне. Румяная корочка с двух сторон должна быть. Наши оладушки готовы. Подаем либо с вареньем, или со сметанкой. Каждому по вкусу. А можно добавить и другое. Можно сметану с вареньем. Или просто сметану. Или варенье. Снимем пробу обязательно. Самое главное, это когда попробовала или сама хозяйка и сказала, как лучше. И там, вторым. Получилось. Пробуйте, друзья. Экспериментируйте. Очень вкусненько.